Необычный рекорд установил гонщик Лука Коломбо. Он проехал на своем кроссовом мотоцикле Suzuki 450 прямо через озеро Кома, установив мировой рекорд по преодоленному расстоянию на кроссовом мотоцикле по воде. Да, сейчас есть соревнования даже по такому странному способу передвижения. Кто дольше и дальше уедет на кроссовом мотоцикле по озеру или другой водной поверхности. Желательно в конце соревнования не утопить мотоцикл. И гонщику это удалось. Он домчался до противоположного берега, установив тем самым мировой рекорд, первый в своем роде. Для того, чтобы пересечь целое озеро, не потеряв равновесия и инерции, мотоцикл Коломбо оснастили приспособлениями, похожими на лыжи, установив их на вилки переднего и заднего колеса. Мотоциклисту понадобилось всего чуть больше 5 минут, чтобы пересечь озеро. Дистанция равнялась 5,5 километрам, а мотоцикл ехал по воде со скоростью 75 км в час.